Анонс и точная дата выхода второй серии нового сериала «Гюльджималь». Вторая серия сериала выйдет в эфир 13 апреля. Ранее мы увидели, как события начали разворачиваться в небольшом турецком городке под названием Болу. Здесь проживает многодетная семья, и среди них оказался молодой человек по имени Гюльджималь. Несмотря на то, что у него было очень много братьев и сестер, судьба главного героя сложилась не самым лучшим образом. Находясь в окружении близких для него людей, он постоянно чувствовал полное одиночество. Ему никак не удавалось найти общий язык с окружающими. Его жизнь сильно усложнилась после смерти родителей. Тогда Гюльджималю пришлось взвалить на свои плечи всю ответственность за родных. В семье большие финансовые трудности, и Гюльджималь пытается найти способ, чтобы решить эти проблемы. Ведь им совершенно не хватает денег на нормальное существование. И с каждым днем положение только ухудшается. У всех главных героев складывается сложная судьба, но рано или поздно придет светлая полоса. Именно на это родные надеются. Наступает такой момент, когда они решают объединить свои силы и вместе бороться с любыми трудностями. Ведь только так семья сможет преодолеть любые преграды и наконец-то выбраться из этой темной ямы и избавиться от бедственного положения. Но их судьба изменится кардинальным образом, после того, как в сердце одного из них поселится такое большое чувство, как любовь. Вторая серия сериала выйдет в эфир 13 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.